А мы на даче. Как сегодня тепло. Все трудятся. Здесь вот только еще у нас сыро, а так везде просохло. Мамульку отвезли на дачу. Пусть она хоть немножко на воздухе там побудет. Такси вызовет, потом домой приедет. Хочу немножко клубничку посмотреть там. И, наверное, что-нибудь обрызгать надо сейчас. Вот видите, как бетонный пол наш. Такой вот бетон был на буквах «Э». Ветерок все равно. Но солнышко светит. Не на даче все. Я сейчас обрызгала кустарники, низкие деревья. А Иванычу досталось. Его не жалко, пускай больше. Ну ты же мужчина, Саш. Да. Я чем должна тянуться, если у меня не работают клешни? Вот здесь у нас еще грязно. Видите, у нас галоши тут увязли. Вот. Что мы тут сегодня сделали? Вот. Клубничку обстригла. Саша ее закрыл соломой, и она там прям запрела вся. Вот. Обрамила немножко, пограбила. Здесь тюльпанчики открыла. Санек вот обрызгал деревья. Мичурин. Солому увидел. Давай ее везде. Хорошо, что... Здесь вот дырочки сделал, видите, в клубнике. А эту, которую я рассаживала, ремонтантную, она у меня вся запрела, вот сейчас солому убрала. Ну, я думаю, отойдет. На сегодня я уже не могу больше обрабатывать. Уже спина, все. Все. Вот он бежит. Бежит Мичурин. Денек сегодня прям на зависть. А тебе лестницу надо, да, Сашечка? Сейчас пойдет за лестницей. Люблю, когда солнышко. У меня, я в платке была, как это, чуть-чудра. Блин, парикмахерская, наверное, не работает. Тебе еще одно деревце осталось, да, Сашечка? И будем кушать, да? Завтра будет, если хорошая погода, еще приеду. Потихонечку буду работать. Ходит туда-сюда этот Мичурин. Че ты туда-сюда ходишь?
Сейчас томатный сок с пирогами. Закусим и поедем домой. Пироги сегодня свекор с золовкой заказали, с капустой и с рисом, с консервой. Вспоминаем матушку Сашину. Сейчас он там помоется, руки помоет. И поедем домой. Булочки будем печь с начинкой. Приготовим тесто дрожжевое. Здесь я уже отмерила 550 грамм муки. У меня белая пшеничная, высший сорт Макфа. И сейчас мы ее просеем. Сначала добавим сухие ингредиенты в чашу. Так, теперь мы в муку добавим 60 грамм сахара, 1/2 чайной ложки соли, 10 грамм дрожжей и пакетик ванилина. Распределим по всей муке. Дрожжи оживлять не будем. Все оживится сразу. Так, и теперь будем добавлять жидкие ингредиенты. Сухие, все. Так, что у нас пойдет в жидкие ингредиенты? 250 миллилитров теплого молока. Чуть тепленького молока. Одно яйцо. Так, взвесила 40 грамм растительного масла. И 60 грамм растопленного сливочного. У меня 82,5. 72,5 не покупаю. Хотя можно было бы, конечно, для выпечки и взять. Подешевле, наверное, получается. И все соединим. Так, и потихонечку будем добавлять сухие ингредиенты, повлажные. И замесим тесто. Чтобы помочь собрать себе вот этот клубочек, я воспользуюсь прям чуть-чуть ароматным деревенским маслом. Муки добавлять не буду, чтобы не забивать мукой. На канале у меня уже есть рецепт, я булочки эти пекла. Сейчас просто хочу повторить.
Если кто не видел, я вам повторю. Вот такой колобочек. Сейчас я уберу эту емкость. У меня будет плавать в теплой воде для быстрого поднятия. Посмотрим. Покажу сейчас. Растительным маслом емкость смажем, чтобы тесту было приятнее подниматься. Наливаю в тазик и горячей воды, ну так, чтобы чуть горячей было, теплого. И закрываю крышкой, пусть плавает. Оно так быстрее подойдет. Крышка плотная, и она будет стрелять, бабахать прям. Ну все. Налила в нижнюю чашку воды. Не совсем горячий, нормальный. И вот такая чашечка у меня тут плавает. Посмотрите, тесто какое. Так сформировала рогалики. Хоть я и пыталась хорошо закрепить, но некоторые потекли. Не то, что некоторые, а почти все. Но я в удивлении. Старалась защепить хорошо краешки. Ну, ладно. Сейчас ставлю в духовку. Смазала яйцом с молочком, желтком с молочком. Посыпала кунжутом и ставлю в разогретую духовку минут на 20-25. Вот такие красивые булочки получились. Распределили. Где вот немножечко вот так вот себе оставили. А красивешные вот детям и маме Саша сейчас покушает и завезет. Да, Санек? А я сегодня целый день занимался рассадой. Вот так у меня теперь. Наверху это все баклажаны, Саш. Это все, что есть там. Я не посчитала, некогда мне было.
Внизу здесь перчик. Пролила, прорыхлила. Здесь вот уже вольготно. У нас здесь теперь солнышко. Какие-то перчики прям уже большие. Какие-то маленькие. А здесь томатики к солнышку. Томатики. Вчера рассадила томатики. Спикировала уже. Какие-то уже вот такие томатики, какие-то вот такие. Все по-разному.